Нурсултан Назарбаев прибыл в Санкт-Петербург для участия в 20-м международном экономическом форуме. В рамках мероприятия планируется ряд встреч с российской бизнес-элитой. Кроме того, глава государства встретится со своим коллегой Владимиром Путиным. Все подробности у Айгуль Адиловой. Уже третий год, как Россия живет в режиме западных санкций, но Санкт-Петербургский международный экономический форум все так же представителен. 20-й юбилейный форум обещает побить все рекорды по популярности. На него приедут представители 60 стран. Это больше в два раза, чем в прошлом году. Традиционно в рамках международного форума проходит несколько десятков пленарных заседаний, панельных сессий, круглых столов, деловых завтраков и теледебатов. В этом году их будет около 100, в том числе деловые форумы ШОС и БРИКС. Здесь будут как капитаны большого бизнеса, так и влиятельные политики. Особенно в Санкт-Петербурге ждут президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Его Владимир Путин на экономический форум пригласил лично. Сегодня, в первый день форума, президент Казахстана встретится с российской бизнес-элитой. Эта встреча обещает быть интересной. Казахстан привлекателен для инвестиций. Есть мнение, что страна имеет все шансы стать экономическим хабом для бизнеса многих государств. Нельзя не отметить комфортный инвестиционный климат в Казахстане. Благоприятен он во многом благодаря условиям, которые создает государство. С чем сегодня обратится президент Казахстана к представителям российского бизнеса, волнует и подстегивает интерес многих. Отмечу, свое участие в форуме подтвердили глава ООН Пан Ги Мун и председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Переговоры с ними на полях форума проведет и Нурсултан Назарбаев. Сегодня эти переговоры очень важны, учитывая, насколько большой бизнес зависим от решения политиков. Форум в Санкт-Петербурге, который продлится 3 дня, насыщен не только бизнес-встречами и деловыми советами, и не менее интересная культурная программа. Гостей будут развлекать бесплатными концертами и спортивными мероприятиями. Изюминкой автопати петербургского форума станет выступление Сергея Шнурова и группы «Ленинград». Их последний клип о городе, где проходит форум, вызвал неоднозначную реакцию. В творческое дело мешались даже прокуроры. Но, по всей видимости, организаторы форума свои претензии к репертуару певца предъявлять не будут. Уж больно высокий интерес у зарубежных гостей к неординарному артисту. Айгуль Адилова, Жумагалиев Бергибаев, Руслан Жакеев, 24KZ, Санкт-Петербург.